В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская олимпиада по общей химии для студентов первого и второго курсов. Все подробности расскажем далее. Студенты второго курса химического института имени Бутлерова Казанского университета заняли первое общекомандное место и первое, второе, третье места в индивидуальных зачетах. Все, что нужно было сделать для участия на этой олимпиаде – отправить заявку на участие одной команды, включающую не более 5 обучающихся. О своей подготовке рассказал Рустем Гамиров, который занял третье место. Вообще я занимался олимпиадами еще в школе, поэтому примерно всегда представляю, какие задания на олимпиадах бывают и... Не сказать, что как-то особенно готовился, просто повторил какие-то темы. В общекомандном зачете команда Казанского университета набрала 284 балла. В индивидуальном зачете учитывались результаты 6 выполненных заданий. Мы на олимпиаде встретили людей, которые были в Сириусе, которые были на Всероссийской олимпиаде школьников по химии на заключительном этапе. И мы примерно прикидывали, что у нас есть достаточно серьезная конкуренция по составу. Но несмотря на это, студенты Казанского университета одержали победу на Всероссийской олимпиаде по общей химии. Энджи Минибаева, Универньюз.